Миша действительно сломал его нож. А когда сломал, а? За 3 недели до убийства. И вдруг вспомнил об этом через полчаса после драки с отцом и за 3 часа до того, как нож обнаружили всаженным в грудь отца. Прикольный. Видишь? Да. Как можно назвать? Снимай, как это называется. Двоякость. Двойственность.